Отказ герцогов сассекских от монаршей семьи поверг в шоковое состояние многих британцев. Королевский биограф Анджела Левин прокомментировала скандал с мятежом 38-летней Меган Маркл, Меган Моркл, и 35-летнего принца Гарри, принц Хэри. Появление на свет мальчика в 1984 году разорило его мать с принцем Чарльзом. Мужчина очень хотел девочку. К тому же, ему очень не понравились рыжие волосы сына. Гарри был очень близок с матерью. Когда ему было 12 лет, принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Смерть самого близкого человека нанесла сильнейший удар по психике ее младшего сына. Когда Гарри подрос, он привлек внимание многих девушек. Они мечтали стать супругой лишенного матери красивого принца с озорным взглядом. У него не было проблем с подружками. Однако долгосрочные отношения не складывались из-за двух причин – требования королевской семьи и пристального внимания прессы. До встречи с Меган Маркл принц дважды серьезно влюблялся. Обе его избранницы оказались девушками с сильными характерами. Первой любовью Гарри стала Челси Дэйви. Они познакомились, когда еще учились в колледже. Однако роман начался только в 2004 году, когда молодые люди встретились в Южной Африке. Амбициозная блондинка с открытой улыбкой завоевала сердце принца. Гарри даже написал другу, что Челси – любовь его жизни. В течение 6 лет молодые люди несколько раз расставались и снова сходились. По словам Дэйви, единственное, чего она не могла вынести – давление прессы. «Это было очень страшно. Я постоянно ощущала дискомфорт и не смогла справиться с этим», – пояснила Челси. Гарри пригласил девушку на свадьбу своего брата Уильяма, которая состоялась 29 апреля 2011 года. После торжества Дэйви заявила, что не готова стать женой принца. «Такая жизнь не для меня», — сказала она. Второй возлюбленной Гарри была тоже блондинка, актриса и модель Крисида Бонас. Их познакомила в 2012 году принцесса Евгения, давняя подруга Крисиды и двоюродная сестра Гарри. Роман продлился 2 года. Причиной разрыва стало нежелание девушки мириться с публичным образом жизни и сводом правил королевской семьи. Гарри никогда не мечтал быть женщиной, которая тихо следует за мужем в королевских сражениях, пояснила биограф Анджела Левин, автор вышедшей в 2018 году книги «Гарри. Разговоры с принцем». Он желал колючую, пикантную особу, которая способна стоять на своем. Его прежние неудачи в отношениях дали понять, какой должна быть жена – красивой, умной, теплой, сексуальной и с материнским чувствами. Младший брат принца Уильяма познакомился с Меган Маркл в июле 2016 года. Уроженка Лос-Анджелеса заверила его, что с детства равнялась на принцессу Диану. Новая девушка внука Елизаветы II оказалась такой же настойчивой и целеустремленной, какой была и покойная мать. В 2017 году принц рассказал об отношениях с любимой, вспомнив при этом Диану. «Я думаю, что она была бы на 7-м небе от счастья, она бы восприняла это с волнением», — сказал Гарри в интервью BBC. Принц добавил, что будущая жена и мать могли бы стать лучшими друзьями. Он высказал надежду, что душа Дианы любуется, глядя на счастье сына. Когда бывшей американской актрисе исполнилось 36 лет, она вышла замуж за Гарри. «В этом возрасте погибла его мать Диана», указывает Телеграф. Как бы Диана отреагировала на решение Гарри и Меган разорвать отношения с королевской семьей? «Я полагаю, что она была бы несчастной. Это усилит разрыв между двумя сыновьями, которых она так глубоко любила», отметила Анджела Левин. После отказа от королевской семьи Меган Маркл сняла обручальное кольцо. Затем герцогиня улетела в Канаду, оставив мужа в Лондоне. Бывший телохранитель принцессы Дианы заявил, что Меган рискует повторить ее трагическую ошибку. Британцы выяснили, что герцогиня живет с любимыми мужчинами ровно по 2 года.